стараются прислушиваться ко всем звукам, которые ребенок издает. And so it's important for you to understand that all of the sounds that your child makes are speech. Но очень важно, чтобы все понимали, да, все в семье понимали, что каждый звук, который издает ваш ребенок, это уже речь. Okay, so when your child is making sounds, if you speak Russian in your home, your child is speaking Russian, it's just very bad quality. Когда ваш ребенок издает какие-то звуки, да, если, скажем, в вашей семье вы говорите на русском языке, то вот все те звуки, которые издает ребенок, это уже русский язык, просто пока очень такого слабенького качества. And so why is that important? Well, first of all, if you understand that your child is, with every sound that they make, they are trying to speak to you, you will listen much more closely to the sounds that they're making. Ну, смотрите, почему же это вот так важно, да? Прежде всего, вот важность понять, что если вот действительно мы понимаем и принимаем вот это вот как аксиому, да, что все звуки, которые издает ваш ребенок, это речь, да, то когда он будет пытаться издавать какие-то звуки, пытаться вам что-то сказать, что-то до вас донести, да, то уже все члены семьи, родители будут прислушиваться гораздо более внимательно к звукам ребенка. And so the issue is, you know, it happens in my office all the time, where I have a family in the office, and the child says something, and I say to the parents, oh, your child just said that. And the parents didn't even hear it because they didn't even think it was a possibility the child would say that word. Вы знаете, вот я у себя в кабинете, когда принимаю семьи, я такую ситуацию наблюдаю постоянно. Я слышу, как ребенок что-то произнес, да, я говорю родителям, смотрите, он сказал вот это слово. А родители, к сожалению, пропустили это, не услышали, просто потому, что они даже не ожидают, даже теоретически вот не дают такой возможности, что их ребенок может пытаться как-то коммуницировать. Okay, so the second recommendation, and is kind of very similar to the first, just phrased in a different way, is don't ignore your child. И вторая наша рекомендация, ну, можно сказать, да, она как-то взаимосвязана, или даже можно назвать ее перефразированием нашей первой рекомендации, чуть другой оттенок немножко, да. Вторая наша рекомендация – не игнорируйте своего ребенка. One of the sad things about kids with special needs, they try to communicate, but very often their speech or their sounds are very poorly articulated, and no one responds in their environment. And so the child becomes kind of pessimistic. They realize, why should I use speech to try to communicate if no one's going to respond to me? Понимаете, как бывает, вот складывается ситуация. Ребенок пытается что-то сказать, да, что-то какое-то, что-то выразить своим родителям, что его речь, качество. Он проживает, ну, не буду пытаться, если никто меня, в общем-то, и не ищет. Спенсер? Sorry, Наталья, you broke up during that. Could you say that again? Sure. Mm-hmm. Да, то есть, когда в связи с тем, что вот ребенок пытается что-то донести, но его никто не слушает, у ребенка возникает определенный такой пессимистический настрой, да, зачем я буду пытаться, если все равно никто не обращает внимания, никто не слышит. Okay. Spencer? Yeah. Can you hear me? Natasha, are you there? I'm here. Please go ahead. Okay. All right. So let's go on. I'm here. Okay. Yes. Okay. Recommendation number three. Is don't mimic your child's sounds. И третья наша рекомендация – не нужно имитировать те звуки, которые издает ваш ребенок. So, for example, let's say your child babbles and makes it sound like ba-ba-ba-ba, and you don't understand what it means. Don't repeat it back to them. So if your child goes ba-ba-ba, don't go back to them ba-ba-ba and say the same thing.
То есть, смотрите, например, если ваш ребенок гулит, да, если у него есть какой-то лепет, например, он издает звук ба-ба-ба-ба-ба, вот не, даже если вы не поняли, что он пытается вам сказать, да, не нужно отвечать ребенку, имитируя вот этот звук. То есть на его ба-ба-ба не нужно также говорить ба-ба-ба-ба. Okay. Because for children, they know that when they're trying to speak, they know that the sounds coming out of their mouth are not right. They can hear that the sound coming out is not normal. But the problem is if you mimic the sound that they're making, many children actually get frustrated or even offended when their sounds are mimicked. Понимаете, опять же, когда ребенок издает этот звук, он понимает, что его речь еще далека от того качества, которого ему, естественно, хотелось. Он слышит себя, что еще не говорит так, как все остальные окружающие его люди. И поэтому, когда мы на его речь реагируем таким же образом, повторением вот этого звука, который издает ребенок, то дети как-то вот отчаиваются, и не просто отчаиваются, иногда они чувствуют вообще глубокую обиду, их это вот ранит, потому что им кажется, что их как будто бы передразнивают. It would be similar to like... If... Yeah. It would be similar to if someone, like, let's say you were trying to learn to speak English. And so you decided you were going to come up to me and say, you know, good morning, Spencer, for the first time in English. And you were excited to try to communicate. And so you walked up to me and you said, good morning, Spencer. And I went, good morning, Spencer, right? If I mimicked you like that, you would never want to speak English again. Знаете, вот можно такую иллюстрацию привести, да, предположим, что вы начали учить английский, вообще впервые в жизни только приступили к изучению этого языка, и вы ко мне подходите, хотите со мной поздороваться, сказать мне доброе утро, Спенсер, да, и вы так рады, что впервые в жизни вы что-то скажете на английском языке другому человеку, да, и вместо того, чтобы с вами как-то поздороваться в ответ, да, я сделаю что-то типа того, доброе утро, Спенсер. Ну, естественно, вам будет неприятно, конечно. Okay, so it's much better when your child is making sounds to you. It's if you don't understand what your child is saying, the best thing to do is just to acknowledge, you know, them and say, oh, thank you for telling me. That's interesting. Even if you don't understand, it's better to give them some kind of positive affirmation so that they know, okay, mom and dad are really trying to listen to me. Вместо этого лучше поступить следующим образом, да, даже если, несмотря на то, что вы ничего не поняли, ну, нужно какую-то все-таки положительную реакцию на попытки коммуникации ребенку дать, да, то есть сказать, ой, спасибо, что ты мне это сказал, очень интересно, да, то есть чтобы был какой-то, чтобы ребенок чувствовал какое-то ободрение с вашей стороны, что вы пытаетесь, что вы слушаете. Recommendation number four is it's very important to give meaning to your child's sounds. И четвертая наша рекомендация. Очень важно придавать определенный смысл некоторым звукам, которые издает ребенок. And I'm really speaking here about children who have no words of speech that you understand or maybe only have a few words of speech. И здесь это больше относится к тем детям, которые вообще, как бы у них нет ни одного слова пока в речевом запасе, или совсем небольшой ограниченный речевой репертуар. Okay, so, you know, I always tell the story of a boy named Alex, who was on the Domen program, who was diagnosed with autism, and he would always make a repetitive sound that sounded like pata 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 pata, and he just kept repeating it over and over again. Я всегда привожу пример одного мальчика, который был у нас на программе, его звали Алекс, ему поставили диагноз аутизм, и он часто повторял такой вот звук, который звучал как пата-пата-пата-пата, постоянно он его как-то говорил. And so mom took our advice, she gave meaning to the sound, and so in their family, they speak Spanish, and the sound that he made sounded like pato, which in Spanish means duck, like the animal. И мама, собственно, последовала нашему совету, она присвоила
как вот произвольно присвоила значение этому звуку. Это была испаноговорящая семья. По-испански «пато» означает утка, ну, живот, птичка, да? And so mom decided she's going to give meaning to his sound. So every time he made this repetitive sound, pata, 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 she would go running to another room and she'd come back with a toy duck. And she'd say, Alex, you said duck, here's your toy duck. И как она действовала? Да, каждый раз, когда Алекс произносил этот звук пата-пата, она шла в другую комнату, брала там игрушечную утку, приносила и говорила: Алекс, ты сказал утка, вот твоя утка, я тебе принесла. And so what happened is, at first Alex was like, had no idea what was going on. But after a little bit of time, he realized what mom was doing, and it became funny for him. He would do it on purpose to see mom run off and get this toy done. Сначала, конечно, Алекс вообще не понял, что происходит, все это ему казалось каким-то странным, но потом он понял, что когда он издает этот звук, да, мама приносит ему игрушку, и он стал произносить это уже произвольно, он стал произносить это специально для того, чтобы получить вот эту уточку, и такая получилась как бы игра у них. So she gave the sound a meaning, and then she followed up consistently. То есть она произвольно присвоила определенное значение тому звуку, который издавал ее ребенок, и потом просто уже действовала систематично в соответствии с выбранной стратегией. By the way, this happens naturally every day with children, even well children. I'm sure in Russia today, there's a baby who just randomly babbled for the first time and went ba ba ba, and grandmother heard it and went, you know, my baby said babushka, you know, she, it's her first word, you know, and you know, responded. Ну, вы знаете, на самом деле вот такие сценарии, они происходят постоянно, происходят не только в семьях с особыми детьми, происходят естественным образом, даже со здоровыми младенцами, постоянно мы можем это наблюдать. К примеру, если ребенок просто гулит, да, и впервые там в жизни у него получилось произнести звук ба-ба-ба, а бабушка услышала, сразу бежит, кричит: «Ай, ты сказал бабушка, молодец!» И все счастливы и рады, и так далее. And the baby starts to realize, oh, every time I make the sound ba-ba, grandmother picks me up, gives me hugs and kisses, I'm going to do that more. And so the grandmother, not knowing, gave that sound a meaning. И ребенок в какой-то момент начинает осознавать, да, что каждый раз, когда он произносит этот звук ба-ба-ба, то бабушка сразу прибегает, его обнимает, целует и так далее. То есть он начинает понимать взаимосвязь между звуками, которые он издает, и тем, что делают другие люди. Вот, хотя получилось так, что как бы непроизвольно бабушка для него, для ребенка, присвоила определенное значение тому звуку, который ребенок издавал. Okay. So in short, the sounds that your child makes, give them meaning and then follow up consistently. То есть, если коротко, да, выразить вот эту нашу рекомендацию, это просто присвойте определенное значение тому звуку, который издает ребенок, и потом действуйте в соответствии уже именно с этой стратегией. Next recommendation. Don't ask your child to repeat after you. Следующая наша рекомендация – не просите вашего ребенка повторять слова или звуки за вами. You know, don't say, for example, say this and have your child repeat after you. For most children, they hate those kinds of requests. То есть, например, скажи вот такое-то слово, да, и потом ожидать, как бы заставлять даже ребенка произнести то, что вы говорите. Большинство детей, на самом деле, вообще ненавидят подобные ситуации. And it often just makes the child more self-conscious about their own speech problem. И наоборот, здесь мы добиваемся даже противоположного эффекта. Дети более как-то тревожно начинают относиться к собственным вот проблемам с речевым развитием. Now, the next recommendation is to focus on quantity of speech over quality. Следующая наша рекомендация. Старайтесь больше сосредотачиваться на количественном аспекте речи, нежели на качестве. You know, if you watch how, you know, well, healthy children develop, the first thing is they start to develop a very large vocabulary. They start to speak hundreds of words, even thousands of words in the first 2 to 3 years of life.
but often the quality of their language is still not very good. Как обычно бывает в речевом развитии ребенка, да? То есть за первые несколько лет жизни вокабуляр ребенка увеличивается значительно. Он начинает говорить сотни, даже тысячи слов. Но, опять же, мы понимаем все, что в первые годы жизни качество того, как ребенок эти слова произносит, не всегда бывает идеальным. So when a child starts to speak a lot, when they start to have a rich vocabulary, that's when the quality of the speech starts to get better and better. И когда ребенок уже действительно говорит много, когда уже его словарный запас становится все более и более богатым, именно вот в этот момент мы уже начинаем больше думать о качестве того, как ребенок произносит слова. And so that's why it's very important to focus first on just trying to get your child to say more vocabulary, say more words, rather than trying to get them to perfectly articulate things. Because kids hate those kinds of exercises where they have to like work really, really hard to articulate something that they can't say. Именно поэтому мы также рекомендуем больше стремиться к тому, побуждать ребенка говорить больше слов, чтобы действительно у него было больше речевой деятельности, и не придавать такого большого значения того, как ребенок произносит, качеству произнесения этих слов, потому что на самом деле большинство детей просто ненавидят подобные упражнения, когда им нужно сосредотачиваться, прилагать массу усилий для того, чтобы четко произнести какое-то слово, которое дается им с огромным трудом. Okay, recommendation number 7 is give your child choices. Седьмая наша рекомендация – предлагайте ребенку варианты выбора. Now, many of you know, those of you who have taken the online Domain Method course know about the choice board. Многие из вас знают, особенно те родители, которые уже были на нашем курсе по методу Домана, знают о такой штуке, которая называется доска выбора. But also, giving verbal choices can be very helpful for speech development. Но даже если устно мы предлагаем какие-то варианты ребенку, то это тоже очень полезно бывает для речевого развития. So let's say you have a child who maybe they can only say 10 words of speech. Ну, предположим, да, вот перед нами ребенок, который говорит всего 10 слов пока. Okay. And maybe they can say a few words of foods. A few of their favorite activities. К примеру, ребенок может произнести там несколько названий продуктов пищевых и несколько каких-то, ну, своих любимых видов деятельности, чем он любит заниматься. Okay. So, let's say they can say the word apple and pear, something like that. You could ask them a question like, what would you like for a snack? An apple or a pear? Giving them the two choices. Поэтому, смотрите, когда, например, ребенок может сказать слово яблоко и слово груша, и вы можете предложить такие альтернативы. Сказать, к примеру, вот что ты хочешь сейчас на полдник, да? Ты хочешь яблоко или грушу? И дать ребенку возможность выбрать. And with the two choices, first of all, it helps the child because it gives them only two options to choose from, so it's easier for them to organize their answer. Прежде всего, здесь мы предлагаем ребенку всего два варианта, и благодаря этому мы даем ему возможность как-то лучше себя внутренне организовать и дать свой ответ. But if you ask an open question, if you just ask, what do you want for lunch? There are 50 possible answers. Но если мы задаем ребенку открытый вопрос, да, не предлагая каких-то вариантов ответа, да, например, что ты хочешь на обед, то здесь можно 50 различных каких-то вариантов придумать. So even with that question, if you say what you want, an apple or a pear, and the child just goes, ah, you can say, oh, яблоко. Okay, I'll give that to you. Если ребенок, вы предлагаете вот такие варианты, да, всего лишь два, скажем, яблоко или груша, и ребенок говорит что-то типа яб, да, мы понимаем, что, а, ты хочешь яблочко, хорошо, сейчас я тебе принесу. Okay. And so, look, the real important thing here is to show the child that they are able to communicate their needs with their speech. Главное здесь именно показать ребенку, да, вот дать ему почувствовать, что с помощью речи он может выразить свои потребности. Recommendation number 8 is to be patient and wait for your child to answer.
Восьмая наша рекомендация. Всегда важно быть терпеливыми и давать ребенку время ждать, когда ребенок даст ответ. This is the most difficult, probably, recommendation I can give. И, наверное, это самая такая сложная рекомендация к выполнению, которую мы предлагаем. Because parents have a million things that they have to do every day, and being patient doesn't come easily. Потому что, ну, у родителей очень загруженная жизнь, им нужно миллион разных вещей сделать, и с терпением не всегда это получается легко. The problem is that many children with special needs have a system response time delay. They have a delay in how quickly that they can respond to a question or a request. У большинства особых детей есть такая проблема. У них есть определенная отсрочка реакции их системы. То есть они не так быстро реагируют, как нам бы этого хотелось. So, you know, for example, you go up to a child and you say, "Hi, how are you?" And the child understands you. But they need a certain amount of time. It could even be 15, 20 seconds or longer sometimes just to get out a verbal response to you. К примеру, вы подходите к ребенку и говорите: «Привет, как дела?» Да, ребенок вас услышал, он понял, но для того, чтобы дать свой ответ, как-то вот дать отклик на, отреагировать на ваши слова, ребенку нужно определенное время вот для его системы, для того, чтобы все это произошло. Иногда это 15-20 секунд, иногда больше, поэтому очень важно давать ребенку время для этого и с терпением ждать его. So, once you ask them the question, the clock begins for those maybe 15 seconds that they need to answer. But the problem is, as that clock is ticking and as the child is trying to get out their answer, the adult who is uncomfortable with the silence will repeat the question again or say something else. So they'll say, you know, how are you? You know, and so then the child's clock goes back to the beginning again. And this happens a few times until the child just says, I can't deal with this anymore. Вот если можно так вот как-то это проиллюстрировать, да, то есть вы задали свой вопрос, и у ребенка начинается уже отсчет, вот эти вот 15, предположим, секунд, которые ему нужны для того, чтобы как-то себя внутренне сорганизовать и дать ответ, да, и вот эта стрелочка, да, пошла секундомера нашего бежать к 15 секундам, но обычно взрослому не хватает терпения дождаться этого времени, ему, может быть, кажется, что ребенок что-то недопонял или не услышал, и он начинает повторять вопрос или какой-то новый вопрос задавать, да, как поживаешь. И вот в этот момент, как только взрослый что-то сказал, вот эта стрелка, она возвращается назад к нулевой отметке и снова начинается отсчет секундомера. И в какой-то момент ребенок просто думает, ну все, я больше не могу, я сдаюсь. So you have to be comfortable with silence with your child. You have to be comfortable asking a question, continuing to watch your child and just wait for them to give an answer. Поэтому нужно вот как-то настроиться на то, чтобы дать ребенку время. Нужно терпеливо ждать вот все это время, пока ваш ребенок молчит. I'm sorry, Spencer, I lost your thought. You have to be comfortable with the silence. Yeah, waiting in silence and just watching your child and waiting for them to deliver an answer. Да, просто вот, ну, важно очень вот настроиться и принимать, как спокойно это принимать, да, когда ваш ребенок молчит, спокойно ждать вот это вот время, необходимое ему, пока он даст вам ответ. Next recommendation is that songs and nursery rhymes are great tools for speech development. Следующая наша рекомендация – различные песенки, вот народные, потешки и тому подобные вещи – это прекрасный инструмент для развития речи ребенка. And the best way to do it is that, you know, you choose, let's say, a song, and you sing that song to your child maybe 5 times a day for a week. К примеру, вы выбираете какую-то там небольшую песенку, вы поете ее ребенку несколько раз в день, скажем, на протяжении 5 дней. And then in the second week, you continue singing the song, but you drop a single word for your child. То есть, скажем, в течение одной недели вы поете эту песню постоянно, да, а на второй неделе вы начинаете
какое-нибудь вот последнее слово в этой песне пропускать, то есть вы его не произносите. Right. So, for example, in let's say we were doing the song Happy Birthday, right? In the first week, we would sing the song Happy Birthday 5 times a day for a week. То есть, к примеру, возьмем вот эту известную песенку «С днем рождения». Да? Первую неделю мы поем эту песню каждый день несколько раз в течение недели. And then in the second week, you sing it, but you leave the last word for the child. И на второй неделе вы поете также весь текст песни, но последнее слово вы не произносите. Вы как бы предлагаете ребенку произнести это слово. So you would sing, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Natasha, happy birthday to... And you wait for your child to fill it. Ну да, то есть вы поете, да, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Спенсер, с днем рождения. И дальше последнее слово вы предлагаете, как бы ожидаете, что ребенок вот этот пробельчик уже постарается заполнить. And here's the thing. First of all, you have to wait patiently and give your child the opportunity to actually try to say that word. Ну, здесь, опять же, та же самая идея. Нужно очень терпеливо ждать и дать ребенку возможность вот это слово, этот пробел заполнить. Let's say after 15 seconds the child goes, ah. Предположим, через 15 секунд ваш ребенок произнесет «эх». Okay. Now, it doesn't sound like the word you, but they tried to say the word. Конечно, этот звук не похож на слово тебя, но ребенок старается его произнести. The most important thing is that both you and your child know that the child said you. Но здесь самое важное, что и ваш ребенок, и вы знаете, что он сказал слово тебя. And so that's why songs and nursery rhymes can actually break that kind of barrier of communication. Именно поэтому такие детские простые песенки, потешки народные различные, они могут вот как бы разорвать, сломать вот эту преграду, этот барьер в коммуникации детей и взрослых. All right, I have 3 more recommendations that I'm going to go through very, very quickly. У меня еще 3 для вас рекомендации, мы очень быстро их расскажем о них. Tip, recommendation number 10 is to teach your kid to read. 10-я рекомендация – учите ребенка читать. Many brain injured children are better visual learners than auditory learners. Their vision sometimes is better than their hearing. And so reading is the visual form of language. And so very often with children, when we do a good, consistent reading program, it helps increase their speech. Большинство детей, особенно детей с особыми потребностями, у них, они визуалы, да, больше визуалы, нежели аудиалы. У них зрительный анализатор работает лучше, чем слуховой, а чтение, слова, да, по сути, это графическое представление языка. И когда мы обучаем детей чтению, мы помогаем, влияем на их речевое развитие также. And we speak about how to teach a child with special needs to read in the online Doman Method course. Как учить ребенка читать, мы рассказываем об этом на нашем курсе по методу Домана, онлайн-курс. The next recommendation is actually, if you are bilingual, if you speak multiple languages, we recommend actually speaking to your child in those languages. Следующая наша рекомендация. Если вы сами владеете несколькими языками, если у вас семья многоязычная, двуязычная и так далее, мы всегда рекомендуем на разных языках говорить с детьми. Some parents are told that they should only speak to their child with special needs in one language. Очень часто специалисты рекомендуют родителям, что с их особым ребенком нужно говорить только на каком-то одном языке. There's absolutely no scientific evidence to support this theory. Вот для такого взгляда нет совершенно никаких научных подтверждений. In fact, speaking multiple languages to a child gives them more options to choose from in speaking. На самом деле, когда взрослые говорят с детьми на разных языках, то таким образом они предлагают детям больше вариантов для собственной речевой деятельности.
For example, it might be impossible for them to say a word, a specific word in one language, but since they know the other language and the translation for that word is easier, they'll choose that easier language. Например, как может быть, да, если на каком-то языке ребенку какое-то слово сложно произнести, а на другом языке, на котором говорят в семье, это слово звучит, да, и ребенок знает это слово на обоих языках, и на другом языке это слово звучит легче, то он выберет произнести это слово на том языке, который ему легче сартикулировать. If anyone wants to ask questions about this in the webinar, if you want to talk more about multiple languages, I'm happy to do it. But for now, I'll just keep it short and say more languages is a positive thing. Если у кого-то из вас есть вопросы, вот связанные именно с многоязычным общением, да, пожалуйста, я буду рад ответить на ваш вопрос позднее. Сейчас я просто скажу, что общение на разных языках — это положительный фактор. And my last recommendation would be, you know, to do a full integrative Doman method program, because, you know, speech development is greatly helped, not just by the activities you do to increase speech development, but also respiratory, physical, cognitive and nutrition programs that help support brain development. И последняя моя рекомендация, конечно, для того, чтобы развивалась речь, мы рекомендуем как бы нашу полную, комплексную, интегративную программу по методу Домана, потому что речевое развитие само по себе, да, вот как узкое воздействие, это хорошо, но важно также, чтобы это был именно комплексный аспект, потому что на речевое развитие также влияют и дыхательные моменты, и физические, и другие когнитивные программы, питание. Все это важно для того, чтобы развивался мозг ребенка, для того, чтобы, естественно, его речь также шла вперед. And so if you haven't taken the online Doman method course yet, I would highly recommend that course. И если вы еще у нас на курсе не были, наш курс по методу Домана не слушали, конечно, я очень вам рекомендую на него записаться. And if you have taken the course, but you would like a new program that can help you improve your child's speech development, I would recommend coming for an appointment, either a live appointment or a remote appointment. Но если вы на нашем курсе уже были и хотите как-то продвигаться, да, вперед в развитии вашего ребенка, в частности, в речевом развитии вашего ребенка, то, конечно, я рекомендую вам приехать или принять участие, да, записаться на прием. На оценку вашего ребенка. Это можно сделать вживую, а можно также удаленно. And so if anyone has any questions about the course or about appointments, I'm happy to answer those questions as well. И если у кого-то, может быть, есть вопросы, связанные с курсом или с приемом, то я также буду рад на них ответить. All right. I've spoken for a long, long time. Let's go to your questions. Да, мы уже очень долго говорим. Теперь давайте будем отвечать на ваши вопросы. So, Natalia, you choose. Yes, we have some in Q&A box. So, which exercises of your programs are the most effective to develop the speech center in the brain? The child is 5 years, 7 months. He's nonverbal at the moment. Okay. Natasha, can you translate the question for everyone else? Первый вопрос из нашего вот бокса вопросов и ответов, да, какие упражнения ваших программ наиболее эффективны для воздействия на речевой центр в головном мозге? У нас мальчик 5 лет 7 месяцев, невербальный на данный момент. So, look, as I said, it's important to have an integrative program, because the thing is that for a specific child, it's impossible for me to predict what specific program would be best for that kid. So it's best to try an approach where we try a bit of everything and we see what works best. Понимаете, конечно, как именно комплексный подход, это очень важно, да, для какого-то конкретного ребенка достаточно трудно как-то предсказывать, да, что вот
взять вот единичные какие-то моменты, да, мы всегда пытаемся подходить именно со всех сторон для того, чтобы постараться именно вот комплексно подойти и уже запустить речь. But, mm-hmm. but to answer your question, we would, you know, certainly a child with a speech problem, they would definitely need an excellent nutrition program. They would need a respiratory program, beginning with the, our first program, which is the Doman Method Oxygenation Program for breathing. Да, ну, если более так отвечать более как-то узко, да, то для того, чтобы мозг развивался и речь развивалась, то, конечно, необходима отличная программа питания, отличная дыхательная программа. Первая наша дыхательная программа, о которой мы говорим на курсе по методу Домана, это оксигенация, то есть обогащение кислородом по методу Домана. We would do a physical program because physical activity can it improve breathing and respiration, which is very important for speech. Также физическая программа, потому что она влияет на развитие дыхания, дыхательной системы, а дыхание и речевая деятельность — это вещи очень тесно связанные. And then for most children, they would need a combination of both a cognitive program and maybe some sensory stimulation as well. И для большинства детей, которые к нам приезжают, им также требуется ну, в определенном сочетании когнитивные программы и программы сенсорной стимуляции. So it depends on where that specific child is, but we would basically try at least those four different programs. Конечно, ну, здесь момент такой индивидуальный и очень-очень сложно вот так вот, да, здесь все будет зависеть от того, какова вообще ситуация, состояние ребенка, но, как правило, мы будем вот такие вот варианты предлагать. Mm-hmm. All right, let's go to the next one. Mm-hmm. Tests or research would you recommend to do if it's the question from the same father when the child is 6 years of age and he is nonverbal, MRI or CT or something else? I mean, honestly, I would not recommend an invasive test unless there was a very good reason for needing to do that test. Следующий наш вопрос, да, какие исследования порекомендуете провести при ситуации, когда ребенок в 6 лет остается невербальным, МРТ, компьютерная томография или что-то еще? Ну вот Спенсер начал отвечать, и он говорит, что какие-то вот инвазивные или такие тяжелые, да, сопряженные с какими-то тяжелыми моментами исследования, я бы рекомендовал делать только в том случае, если есть какая-то действительно очень весомая причина для проведения подобных исследований. So, for example, a six-year-old would have to be put under anesthesia probably for an MRI. Потому что, ну, например, для того, чтобы... Возможно, очень возможно, что шестилетний ребенок для того, чтобы провести МРТ, необходимо анестезию, полный наркоз. Now, there are sometimes children where an MRI must be done because the child is dealing with some kind of neurological problem that might have to be addressed with something like an emergency, like a surgery. And so you have to do an MRI to get a picture of the brain. Конечно, иногда такие исследования, как МРТ, они необходимы, потому что у ребенка может быть определенная неврологическая проблема, которую необходимо решать с помощью операции, решать срочно. Да, в таких ситуациях, конечно, МРТ – это очень важное исследование, которое поможет выявить серьезную проблему, требующую устранения. But, you know, unfortunately, for most parents who do something like an MRI, look, the MRI either shows structural damage or it doesn't. But afterwards, the doctors don't change the child's treatment plan at all. Но, к сожалению, вот большинство детей, которым делают МРТ, да, МРТ может показать какие-то структурные повреждения, может не показать структурные изменения, но вне зависимости от показателей МРТ, очень часто врачи вообще никак не меняют их план лечения. And so, you know, the person reading the test will say, oh, your child, you know, is brain injured. And the parent will be like, yeah, tell me something I don't know. И, к примеру, очень часто, да, специалист, который читает результаты
сканирование, потом говорит, да, ну да, у вашего ребенка повреждение мозга, ну, на что родитель отвечает, ну, скажите мне, что такое, чего я еще не слышал, разве я об этом не знаю? So my short answer is, I don't recommend those tests unless there's like an obvious immediate reason why it would be necessary. Ответ, в общем-то, на ваш вопрос, да, я бы не рекомендовала такие тесты, если только нет какой-то прям вот срочной, экстренной причины, по которой они были бы нужны. So the next one, according to your experience, if some fact, is this possible, you know, in your experience, that a family eliminated certain factors and that suddenly would would ignite the speech development of a child? Maybe a new diet or treatment of the gut? Yeah, absolutely. Or something else? Absolutely, yeah. Вот следующий вопрос, да, по вашему опыту, убирание каких-то факторов неожиданно запускало речь ребенка, может быть, введение диеты, пролечивание кишечника или что-то еще, да? Yeah, so, I mean, for example, I interviewed a mom today on my English Saturdays with Spencer, and, you know, she implemented our nutrition program after taking the Doman Method course, and her child's seizures were almost entirely eliminated. And that allowed her to stop anticonvulsant medications. Her child started to respond to his name and to speech for the first time. And he became very, very connected with his environment. And so, yeah, sometimes you see with specific children in almost instantaneous changes. Да, вот буквально сегодня я также вот на нашей англоязычной встрече субботней, я общался с мамой одной в прямом эфире, которая у нас на программе со своим ребенком, и она рассказала о том, что да, когда она вела питание, вела диету по методу Домана, буквально действительно практически мгновенные произошли изменения, у ребенка практически достаточно быстро прекратились судороги, соответственно, отменили прием противосудорожных препаратов. Благодаря этому ребенок стал лучше реагировать на окружающую его среду, на свое имя, на обращенную к нему речь. Изменилось его развитие, и речевое развитие он как-то стал вот, ну, другим ребенком. Поэтому да, я могу сказать, да, что есть определенные факторы, которые, в общем-то, меняли детей. But that being said, I would never tell a parent to expect immediate changes. I would always say that when you're beginning a new program like the Doman Method, you should give it 3 to 6 months to really be sure if it's going to help give your child some good results. Но на самом деле я никогда не говорю родителям, что им нужно ожидать быстрых результатов. Как раз наоборот, когда родители приходят и начинают заниматься по методу Домана, я всегда говорю, что хотя бы 4-6 месяцев вам нужно дать методу, дать ребенку для того, чтобы начать видеть первые какие-то изменения. All right, let's go to the next question. Okay. Следующий наш вопрос. Как вы относитесь к системам альтернативной коммуникации? So, what's your attitude? What do you think about the systems of alternative communication? Well, I mean, we at Doman International, we use Choice Board, which is a way for children to communicate essentially by pointing at options or choices on a board. Мы в Doman International, мы используем доску выбора, да, которую мы уже сегодня упоминали. То есть, по сути своей, это мы даем ребенку возможность показать на предлагаем ему определенное количество написанных вариантов, предлагаем ему показать, выбрать из этих вариантов, дать свой ответ. And then for certain children, we even use an alphabet board, where they can, you know, communicate through typing. С некоторыми детьми мы используем такую алфавитную доску, и ребенок коммуницирует с помощью, да, как бы печатания такого. So I consider these methods of communication excellent options while a child still hasn't developed their speech. И я считаю эти варианты просто прекрасными, вот как переходный, как промежуточный этап, пока еще речь ребенка развивается. So, the next one. По поводу качества, it's about the quality of the
of the way the child is saying words. По поводу качества произнесения слов, как корректировать ошибочные моменты произнесения ребенком некоторых слов или словесных конструкций. Yeah, so how to correct certain mistakes in the pronunciation of the word, the way the child pronounces these words, or in the structures, in the word structures that he's using, that the child uses. Okay, so for, you know, just like how I recommend not to mimic children, I generally recommend, not 100% of the time, but I probably 90 to 95% of the time, I recommend not to correct children in their speech. Вот точно так же, как мы не рекомендуем повторять за ребенком, да, не имитировать ребенка, точно так же, ну там в 99% практически всегда мы не рекомендуем исправлять детей. And it's because for many children, getting corrected is very demotivating for them, and they actually speak less if they're corrected. Потому что для большинства детей это как демотиватор, это убивает их мотивацию, когда их поправляют, когда их корректируют, и им уже им не хочется, это убивает их энтузиазм, им не хочется говорить. I always tell parents, half jokingly, that when you're encouraging your child to speak, you should act like Italians and not act like French. Вот я такой, ну как бы шуткой родителям объясняю, да, когда вы хотите побудить своих детей говорить больше, то здесь нужно вести себя как итальянцы и ни в коем случае не вести себя как французы. Okay, because Italians, like, generally, if you try to speak Italian, even if you say a single word with bad pronunciation, they go crazy. They're like, oh my God, you speak Italian fluently, your accent is perfect. You know, they're so positive. Вы знаете, итальянцы, они вообще очень позитивно настроены в таких ситуациях, когда вы там скажете одно слово, вы только пытаетесь там говорить что-то, сказать по-итальянски, сказали одно слово, они уже, ой, какой ты молодец, у тебя есть прекрасный итальянский, ты бегло говоришь, у тебя самое лучшее произношение, идеальное. То есть, понимаете, тут такой позитивный настрой. And the result of that is when they have that super positive encouraging response, you want to speak Italian more. И понимаете, в результате что получается, да, когда к вам с таким энтузиазмом, так позитивно относятся, то вам хочется еще больше как-то говорить по-итальянски. Basically, they're lying to you to boost your ego. То есть, грубо говоря, они как бы вам, ну, врут, да, для того, чтобы вашу самооценку немножко поднять, да. But, you know, I remember once, I was in Paris airport, I just arrived in France, and I decided I was going to walk up to an information desk and try to ask a simple question in French. So I walked up to the information desk, I asked the question, and the person behind the desk corrected my French. Ну, вот, что касается французов, у меня в жизни была такая ситуация. Я в аэропорту, я был в аэропорту, подошел к стойке информации и попытался задать самый простой вопрос на французском. И что произошло? Вот этот вот сотрудник, который стоял там, он меня поправил, как что я не так что-то сказал. And so I decided I'm not going to speak French anymore. Ну, я просто подумал, что я больше по-французски не буду говорить. So, you know, when your child speaks to you, you need to be extremely positive and encouraging. Поэтому, когда ваш ребенок вам что-то говорит, вы должны демонстрировать позитивный настрой, демонстрировать вот абсолютное ободрение ребенка. The only time I will say to parents that they can start correcting is sometimes children get to the place in their speech development where they're saying many, many words, they're speaking sentences, and so they have that excellent quantity of speech, but their quality is still not good. But the child has gotten to the point where they're very self-motivated to correct their own speech. And so if parents help them through the process of correcting, the child is willing. But again, it takes most children with special needs a long time to get to that place. Единственная вот ситуация, когда я начинаю разговаривать с родителями о том, что ребенка где-то, может быть, нужно поправлять, это тогда, когда ребенок уже говорит огромное количество слов, он разговаривает много, он разговаривает предложениями, то есть в своем речевом развитии он уже вот дошел до такой стадии, да, когда у него уже есть своя внутренняя мотивация для того, чтобы свои какие-то вот еще несовершенную артикуляцию как-то поправлять, да, и вот
но им это уже именно тот этап, когда ребенок говорит очень-очень много, когда его уже качественный именно скачок в речевом развитии произошел. Тогда уже, может быть, где-то можно работать над артикуляцией. Так, ага, можно ли, следующий наш вопрос, да, можно ли провоцировать ребенка на речь, когда он мычит и показывает пальцем на предмет, намеренно не понимать, чего он хочет, пока он не попытается что-то произнести? It's a very interesting question. So, for example, if the child is pointing, instead of saying, is pointing at things and showing, demonstrating what he wants from parents, maybe like moaning or making sounds like this. So do you think the parents can pretend they don't understand, like on purpose show lack of understanding to encourage the child to use the language, to use speech, to communicate what they want to communicate? The only time I would recommend that is if the parent knows the child is able to say something, but the child is choosing not to. You know, sometimes there are children that can say something, like maybe they can say water, but they would prefer to point and go, But if parents know the child can say water, they can say, I'm sorry, you know, like, because it's a matter of saying, hey, I know you can speak, so I want you to speak. But if this child has never spoken, then I wouldn't recommend that. Единственная ситуация, когда я бы порекомендовала делать что-то подобное, когда родители на 100% уверены, что ребенок может сказать это слово, да, то есть если, например, ребенок просит воду, но он сознательно, он сможет сказать слово вода, но сознательно вместо того, чтобы его произнести, он предпочитает показывать там и мычать и так далее, да, тогда можно сказать, ой, извини, что? Да, то есть для того, но это опять же, если вы уверены, что он это говорит, если ребенок не говорит эти слова, то мы такой рекомендации не дадим. Ага, следующий наш вопрос. Младший ребенок нормотипичный, ему почти 4, говорит уже много, но делает ошибки в произнесении. Как корректировать и до каких пор не вмешиваться? So it's the question from the same father. The first questions came and specifically regarding the correction of the articulation mistakes. There is a younger child in the family, normotypical. He is almost 4. He speaks a lot, but he makes mistakes in the articulation. How to correct him and how long, until which moment not to interfere? So how long to wait till they start correcting? Okay. Well, you know, first of all, it's very typical for 3- and 4-year-olds to have a lot of issues with articulation. Ну, вообще, прежде всего, да, 3-4-летние дети, как правило, это типично, что у них много таких вот огрех в произношении. Okay. And so, I think that generally at 4 years, the child is speaking so much that the child kind of falls into the second category that I just mentioned before, where that child now speaks so much, if you give them a small correction here or there, it's not like they'll be so offended they'll stop speaking. So I think with a 4-year-old, as long as you do it in a gentle, positive way, you can help them by, you know, making small corrections in their articulation. Ну, смотрите, если ребенок, в общем-то, уже попадает вот в эту вторую категорию, да, о которой я говорил, то есть уже речь ребенка достаточно богата, ребенок говорит очень много, и, как правило, 4-летние дети, в общем-то, вполне уже в этой категории находятся, то, опять же, речевое их развитие уже на таком уровне, что потихоньку, очень мягко вы уже можете определенно где-то его корректировать, его произношение. Но, опять же, это нужно делать очень позитивно, очень положительно и очень аккуратно. And one thing you can do is give like an indirect correction as well, where the child maybe says the word incorrectly and you acknowledge what they say, but by using the correct phrase, articulation of the word. So, you know, the child, I don't know, they want to say, oh, look, there's an elephant, right? But they say,
look, there's an elephant or something like that. And you go, that's right, it's an elephant. You know, so you just use the correct pronunciation in your response. Ну, смотрите, опять же, желательно это делать достаточно мягко, то есть вы как бы признаете, вы показываете, что вы услышали ребенка, вы поняли, что он сказал, не прямо вы его поправляете. То есть, к примеру, да, ребенок говорит, вот жираф, да, но вместо слова жираф он произносит там жираф. Ты говоришь, а, да, это жираф, правда. Вот таким вот образом. Ага, у нас есть еще вопросы в чате. Это у нас наш бокс с вопросами и ответами. Вопрос в чате. So in the chat box I'm looking. Mm-hmm. So lots of greetings, basically. Mm-hmm. Да, спасибо всем за приветствия и за хорошие пожелания. Я просто нахожу... ищу вопрос. А, вот он вопрос, да. У нас в России бытует мнение, что при нарушении речи надо первоначально научить правильному произношению на родном языке, а затем изучать иностранный. Mm-hmm. So, хорошо, ага. То есть вы хотите услышать мнение Спенсера Домана по данной теме. So the question is, so yes, in Russia there is an idea, there is a notion that if a child has some speech problems, first he needs to learn to speak his native language properly, clearly from the articulation and all other standpoints, and then start learning foreign language. So like second language. So what's your opinion on that? I mean, I completely disagree with that idea. Я не согласен, абсолютно. Any scientific study that's ever been done has only shown progress, improvements from learning multiple languages. Вот все исследования, которые вообще проводились, все они показали только позитивные, то есть прогресс и улучшение от изучения нескольких языков. Right, and this is a problem mostly in monolingual countries. Countries like in the US or Russia, where you have an official language and everyone speaks that language, and you know, even the doctors and professionals who are giving this advice, they only speak one language themselves. И, знаете, это как бы типично для таких как бы моноязычных стран, да, как, например, США или Россия, да, есть один государственный язык, и все, в общем-то, на нем говорят. И даже врачи, которые, там, специалисты, которые предлагают подобные рекомендации, они сами говорят на одном языке. So if there's no scientific evidence, why does this myth exist? И если нет никакого научного подтверждения, то почему этот миф у нас имеет место быть, да? Okay, I'll tell you why. It's because a parent goes to a doctor and says, "Doctor, my child has a speech problem. What is wrong? Why does my child not speak?" Я сейчас расскажу, почему, да. Например, родитель приходит к специалисту и говорит, вот у моего ребенка речевые проблемы, проблемы с речевым развитием. Почему мой ребенок не говорит? Now, the reason why is the child has a brain injury or a neurodevelopmental issue. Причина здесь какая? Есть ли у ребенка какая-то проблема с развитием, какой-то неврологическая проблема? But the professional doesn't know that answer. So what they do is they try to think of a quick, convenient answer. And telling that parent, oh, you live in a bilingual household. The problem is you speak two languages to your child. You're confusing your child's little brain. It's kind of a lazy professional answer when they don't have another answer to give. Ну, на самом деле, специалист может на тот момент ответа на этот вопрос не знать. Поэтому он дает, ну, такой, как бы, самый для него простой, самый легкий ответ. Ну, вы в вашей семье говорите на двух языках, именно поэтому у ребенка проблемы с речевым развитием. То есть, ну, потому что просто более приличного какого-то ответа у него нету. Yeah. Так, ага, расскажите подробнее о курсе. Следующий вопрос. The question is about, please tell a little bit more about the course, Domain Method course. Ah, okay. So the online Domain Method course is a 4-week online course for parents of kids with special needs. Это курс
для родителей особых детей четырехнедельный онлайн-курс. Okay, where the team at Doman International teaches parents how to use the Doman method at home. И в ходе этого курса наши специалисты обучают родителей, как родители могут применять метод Домана дома в занятиях с детьми. It includes about 25 hours of pre-recorded lectures, which have been translated into Russian. По сути, курс — это 25 лекционных часов, переведенных на русский язык. And it also includes live question and answer sessions throughout the course, where parents, like in this session, can ask questions to our team. Да, но лекции, записанные заранее, да, они демонстрируются родителям, а есть еще огромное количество сессий живых вопросов и ответов, где вот так же, как мы сегодня с вами, родители могут нашим специалистам задавать вопросы. And so we teach you the Doman method that you can start at home. So we teach you the nutrition program, the cognitive, the physical program, everything I've, you know, talked about today, we discussed in that course. И на этом курсе мы обучаем родителей основам, да, тому, что родители сами могут начать выполнять дома. Вот там основы программы питания, физической, когнитивной и так далее. В общем, те моменты, которые я уже сегодня обсуждала. So, Natasha, when's the next course in Russian? March 22. Okay, yeah. So the next course starts on March 22nd. Mm-hmm. Следующий наш курс начинается 22 марта 2021 года. But I look, if you are strongly considering taking the course, mm-hmm. I would recommend that you enroll early. Но если вы как бы рассматриваете такую возможность, вам серьезно, да, рассматриваете возможность принять участие в этом курсе, то я, конечно, рекомендовал вам записаться на курс пораньше. Because we give bonuses for parents that sign up several months early. Потому что за раннюю регистрацию у нас есть определенные там бонусы и различные плюшки. Okay, and the bonuses are really, really good. И действительно, это очень хорошие там моменты, которые родители получают, если за раннюю регистрацию. And so, but our representative Татьяна Напорова can answer any questions that you have. У нас есть наш представитель в России СНГ, который как раз и занимается тем, что отвечает, консультирует родителей по этому курсу. Если хотите, do you mind if I put the contact information in the chat box? Да, Татьяна Напорова, я сейчас в чате напишу ее электронную почту и телефон, который и WhatsApp, и Viber тоже можно связаться. И если вам интересно, вы можете ей набрать, связаться с ней, она будет рада вас проконсультировать вот по всему, что касается этого курса. Хорошо? Сейчас, одну секунду. Так, вот ее электронная почта и одну минутку, сейчас телефон. So, Natalia, sorry. Oh no, it's okay. Are you all done, or you have to add something? Yeah, I also wanted to add her. The phone number. Phone number, yes. I'm sorry. Right. Извините, одну секундочку, я просто себя в телефоне сейчас быстро найду, сейчас минутку. Прошу прощения. Так, +7. Mm-hmm. Okay, and so, by the way, like the bonuses, for example, for early enrollment include like getting a one-on-one call now in advance of the course, where one of our staff coaches will start to give you things to do at home before the course even starts. Ну вот, например, один из бонусов за раннюю регистрацию – это консультация, личная консультация прикурсовая с одним из наших специалистов, вот один на один, да, то есть у вас будет созвон со специалистом, и специалист может вам дать рекомендации, что вы можете начать делать уже сейчас, даже не дожидаясь курса, то есть вы можете уже начать что-то как-то заниматься, помогать своему ребенку уже раньше. Mm-hmm. So, any other questions? Mm-hmm. Сыну 6 лет, атипичный аутизм, часто вокализация и стереотипии, можете посоветовать, что с этим делать. So the child is 6 years of age, he has atypical autism, often has vocalizations and stereotypical
actions, like stimming, I guess. What can you advise? Can you advise anything? What can be done with that? How can it be fixed? Yeah. So, so first of all, yeah, what you are mentioning are all typical symptoms of, you know, children, you know, diagnosed with autism. Ну вот то, что вы упоминаете, да, это типичные симптомы детей, которым ставят диагноз аутизм, как мы говорим в кавычках. And look, I'll answer it. I'll give you the boring answer, and then I'll give you a more interesting answer. Давайте так. Я вам дам сейчас скучный ответ, а потом поинтереснее ответ. All right. So my boring answer is, which is similar to an answer I gave earlier. There's no one silver bullet here, one thing that you can do to fix stimming. You do need, again, an integrative program to help address that problem. Да, первое, это мой первый ответ будет схож с тем, что я говорил до этого. Нет какого-то вот одной техники, одной серебряной пули, одной волшебной таблетки, скажем, да, которую вот мы остро, узко вот воздействовать будем на это и полностью уберем проблему. Здесь все-таки нужен именно комплексный со всех сторон подход. But generally, there are three main reasons why a child will engage in these kind of repetitive behaviors. Ну, как правило, есть три основные причины, почему ребенок вот подобные поведения у него бывает, подобные вещи. And for some children, it's all three. They have problems with all three. И у многих детей даже все три причины присутствуют. The first are sensory issues. Первое – это сенсорные проблемы. Right? So very often they're engaging in repetitive sensory stimming activities to stimulate their own hearing or tactility. То есть вот у ребенка появляется такой вот стимминг, да, он эти какие-то постоянные повторяющиеся действия или звуки выполняет, потому что таким образом он стимулирует себя именно с сенсорной точки зрения, либо тактильно, либо слуховой области. Sensory processing is the responsibility of an area of the brain called the midbrain. И вот обработка сенсорной информации, за нее отвечает такая область, которая называется средний мозг. And so we do recommend a series of programs to help the midbrain. У нас есть определенный набор программ, которые мы рекомендуем именно для того, чтобы укрепить вот эту область, средний мозг. So, and they, many of them are actually physical programs, activities like patterning, crawling, and creeping, which help develop the midbrain. И многие эти программы, они вообще как бы относятся к физическому развитию. Это паттернинг, это ползни на животе, по-пластунски, ползни на четвереньках. And then, of course, also we do sensory stimulation as well to improve the sensory pathways, so they don't need to engage in the stimming so much. И, конечно, также мы всегда предлагаем и сенсорную стимуляцию, да, для того, чтобы помочь развить вот эти сенсорные каналы ребенка, и благодаря этому просто вот уже потребность в этих занятиях у ребенка будет снижаться. Okay, the second reason is gut health. Вторая причина, да, это здоровье кишечника. You know, there's just no question that we found that when we can improve the diet of a child, when we can give necessary supplements and start to kind of improve their gut situation, a lot of these kind of abnormal behaviors drop. Нет вообще никакого сомнения в том, когда мы улучшаем функционирование кишечника, когда ребенок начинает правильно, соответствующим образом питаться, получает определенные добавки, то есть когда в этом плане все хорошо, то другие его области также начинают улучшаться и подтягиваться. And the third reason is, you know, many children with these kind of repetitive behaviors, there's a nerve called the vagus nerve, which is not working properly for them. Третья причина. Вот у многих детей с подобными проблемами, у них, знаете как, есть такой у нас нерв в теле, вагусный или блуждающий нерв еще он называется. And the vagus nerve is basically, it allows us to feel soothed and relaxed. То есть, грубо говоря, вот этот нерв, он помогает нам успокаиваться, помогает нам расслабляться, вот на именно вот на эти ощущения он работает.
And so we have a program, which is an auditory program called the Safe and Sound Protocol, which can be very helpful for improving the function of the vagus nerve. И у нас есть программа, которая, она называется Safe and Sound. Эта программа, она вообще слуховая, но она нацелена именно на улучшение, на укрепление функционирования вагусного нерва. But that being said, I would only begin Safe and Sound with a child after they're already doing a base domain method program already. So for this child, I would definitely recommend if mom hasn't taken the online course yet, that she starts with that and begin the programs that we recommend. Но этот протокол мы рекомендуем уже все-таки не на самой первой ступени, не на первом этапе. Все-таки ребенок уже должен выполнять базовую программу по методу Домана. И, конечно, вот для мамы, которая задала этот вопрос, я очень-очень вам рекомендую записаться на наш курс и начать заниматься с малышом. Uh-huh. How many more questions do we have, Natalia? There are several, but it's basically just one. Какие центры России сотрудничают с вашим центром и лично с вами? Находите ли вы точки соприкосновения и взаимопонимания? Возможен ли ваш курс для изучения в России? Где? Дайте координаты. So, which centers in Russia work with your center and personally with you? And do you have understanding with them? And is this course possible to be... To take this course from Russia. Ah, okay. All right. And where and how. So basically one thing. So first of all, Domain International is its own entity. So there right now there are no like centers or institutes in Russia that we are collaborating with. Who are doing the Domain method? Domain International, да, то есть наша организация, вообще это как бы отдельная организация, отдельное юридическое лицо. На данный момент мы ни с каким центром в России вот не сотрудничаем. And so it's very important, you know, sometimes it's very upsetting for me because, you know, I'll even speak to a family and they'll say, oh, you know, we've been doing your program for years. We've gone to this institute, right, which does your program and you work with. And I have to say, I've never heard of that institute before. I have no idea what they're doing. I don't even know if they're doing the same programs as us. И знаете, вот бывают такие ситуации, которые всегда нас как-то печалят, понимаете? Например, к нам приезжает семья и говорит, о, вы знаете, мы там были вот в таком-то центре, уже сколько раз ездили, там тоже метод Домана, да, ваши программы преподают. Мы про него никогда не слышали ни про какие другие центры. Мы не знаем, что на самом деле там делают. Действительно ли там метод Домана или там какая-то, не знаю, самодеятельность. So right now the Domain method course is only online. Что касается нашего курса, на данный момент он проходит онлайн. Our team does do appointments in Moscow at certain times during the year. And we do appointments with families who have already attended the course. Но наша команда выезжает в Россию и проводит прием детей в России. На прием приглашаются семьи, которые уже прошли онлайн-курс по методу Домана. And look, I know that sometimes parents hear online course and they're like, oh, online, like I'd rather do something live. Конечно, очень часто родители, когда они слышат про курс онлайн, они говорят, онлайн, нет, я лучше какой-нибудь живой вариант выберу. But, you know, first of all, we've been doing our course fully online now for almost 2 years, and parents love it. Но, знаете, хочу сказать, что мы уже практически 2 года курс проводим онлайн, и родители всегда, они очень любят его, им нравится. They don't have to travel, they don't have to leave their children for days at a time. It greatly reduces the costs for parents, and it also means that they don't have to be away from their kids. Потому что, смотрите, для того, чтобы пройти онлайн-курс, никуда не надо ехать, как на живой курс, не надо оставлять с кем-то детей, не надо сокращаются расходы, да, на всякое на переезд, на проживание в другом месте и так далее. Поэтому это, конечно, гораздо более удобно на самом деле. And so, for many parents now with the online course, they're paying a quarter of what they used to pay to come and see the live course.
И сейчас стоимость курса, онлайн-курса, по сути, это четверть от той цены, которая была вот тогда, то есть от того, что платили родители, когда они приезжали к нам слушать живой курс. But even more importantly, they actually get more face-to-face time with the staff, because we're able to do many more Q&A sessions online, while when we were live in a room together, we were kind of rushed because we only had a few days and had to do everything very, very quickly. И смотрите, еще какое преимущество есть у онлайн-курса. В онлайн-курсе у нас гораздо больше сессий вопросов и ответов. То есть участники имеют гораздо больше возможностей задать вопросы, пообщаться со специалистами. Потому что когда мы проводили курс вживую, естественно, он не шел 4 недели, он шел всего несколько дней, и вот за это время нужно было и прочитать лекции, ответить на все вопросы родителей. То есть мы как-то всегда спешили, всегда времени не хватало. А в течение 4 недель онлайн-курса все проходит гораздо более благополучно, мы можем как-то вот сопровождать родителей таким вот образом гораздо лучше. Вот, и родители всегда это отмечают. So we're doing an online course starting March 22nd, and then we are coming to Moscow May 10th, the week of May 10th, right, for appointments. Да, смотрите, в следующем году у нас вот следующий курс у нас начинается 22 марта, и 10 мая мы приедем, мы будем в Москве, с 10 мая мы начинаем живой прием в Москве. Okay, so yeah, the same, the follow-up question. So to learn from, so basically you teach on the basis of your center. You don't engage any other center to teach the method, right? Correct. And you teach it to specialists, not parents. No, we teach parents. Yeah, we teach parents directly. То есть учебу специалиста вы проводите на базе своего центра. Ну да, да. То есть мы как бы никого не просим, да, нас принять. Мы сами все организовываем. Вот. И в плане, то есть ни в каком центре. Мы отдельная единица, и свои все курсы и приемы мы проводим самостоятельно. И курсы для специалистов, не родителей. Точности, да наоборот, мы обучаем родителей работать, заниматься своими детьми, да, мы не обучаем специалистов. Вопрос, возможно ли учеба онлайн и для специалистов-дефектологов? So, can a specialist, like a special education teacher, take our online course? Okay, so the course, you know, really is, it really is developed and made for parents. Понимаете, курс, вот то, как он разработан, как он создан, мы все-таки его нацеливали для родителей. And, you know, it really teaches parents how to do a personalized program with their child. То есть на курсе мы, курс обучает родителей, именно родителей, как выполнять индивидуальную такую персонифицированную программу именно со своим ребенком. It doesn't teach, for example, how to do the program with a bunch of, you know, with multiple children at a specific time. Or also, you know, the program is not something which can be done in maybe a 30-minute session. It's something that is done for longer periods during the day. Он как бы не направлен на то, да, чтобы дать информацию, как с самыми разными детьми, да, заниматься единовременно или, например, заниматься с ребенком, то есть проводить какое-то с ним занятие на протяжении там 30 минут в день, да, все-таки это именно курс, вот, который обучает, как предполагает занятие гораздо более длительное время на перспективу. Teacher specialists, I would recommend, you know, reading the Doman books, you know, to get the information, you know, about our program. But of course, I'd recommend for parents. Ну, для специалистов мы рекомендуем, может быть, познакомиться с нашими книгами для того, чтобы понимать, да, получить информацию. Но сам курс для специалистов все-таки я бы не рекомендовал. Okay, let me check the question and answer box.
quickly, just a second. So, okay, people did not get the, people did not, I don't know, I typed it in the chat box, the Tatiana's coordination. Let me put it. Oh, because I think you just sent it to panelists, maybe, rather than every panelists and attendees. Mm-hmm. Okay, I've just put it in there. Ага, окей, thank you. Я прошу прощения, наверное, я просто не туда отправила, если кто-то не получил. Спенсер, а вот Спенсер нам их напечатал. Это наш представитель по России СНГ Татьяна Напорова, ее электронка, ее телефон, Viber, WhatsApp. Can everyone please just confirm that they see it there in the chat box? Mm-hmm. Пожалуйста, если вы могли бы подтвердить, что увидели. Увидели, да? Угу, хорошо, угу, получили. Также у нас есть Domon International, наша страничка в Фейсбуке, в Инстаграме, есть англоязычная, есть русскоязычная, есть ВКонтакте. Вот, то есть институты Домона, если вы поищете, вы нас найдете, также там вся контактная информация имеется. Ага, so yes, there is one last question. Sure. So how to do a program with a child if the child has a slight illness, like cold, for instance, not very high fever, something like this. Вот у нас последний вопрос, да, в каком режиме заниматься с ребенком, если ребенок чуть-чуть болеет, простудился, невысокая температура и так далее. Mm-hmm. Yeah, so, I think that, obviously, if a child has an illness, which is really affecting their energy, we would generally stop the program and allow the child to recover. Если у ребенка какое-то заболевание, которое, ну, отражается на его, на энергии, на его силах, да, то, как правило, мы рекомендуем занятия пока приостановить, подождать, пока он ему станет получше. Especially the physical program, which obviously requires a lot of energy on the child's part. Особенно физическая часть, да, потому что физические занятия, конечно, требуют большого количества сил и энергии от ребенка. Now, I do have to say, the Domon Cognitive Program is very popular. Many children love it. And so sometimes when, if a child is just slightly ill, they even want to continue that, and so parents do. Но когнитивные программы по методу Домона, то есть каких-то больших усилий серьезных для того, чтобы их выполнять, ребенку предпринимать не надо, и дети вообще обычно их очень любят, и в моменты болезни, наоборот, они даже больше просят, чтобы и с ними когнитивные программы выполняли, мы, конечно, рекомендуем. But generally, give your child a couple days rest and then restart. Но в любом случае, дайте ребенку пару дней отдохнуть, как-то восстановиться, и потом продолжайте. All right. Well, I'd like to thank. Did we get to everything? Yeah, I think so. Yes, okay. Yes, I guess. Да, да, все у нас вопросы, мы на все вопросы ответили. So everyone, you know, my advice is for all of those of you who want to reach out to Tatiana or have more questions, quickly copy that contact information in the chat box. И поэтому я сейчас вот, да, хочу поблагодарить всех за участие, и если вам было бы интересно связаться с Татьяной, пообщаться с ней, если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, вот из нашего чата скопируйте сейчас себе информацию контактную. Yeah, and she can answer basically any question that you have. Татьяна, она может ответить, ну, практически на любой ваш вопрос. She's not just a representative, she's a staff coach herself. She's a Domon Method coach. То есть она не просто наш представитель, то есть как не диспетчер, да, она настоящий наш сертифицированный специалист по методу Домона, коуч по методу Домона, поэтому она вас замечательно проконсультирует, okay. Расскажет. Thanks for taking some time on your Saturday evening to join Natasha and I. Спасибо большое, что субботним вечером вы посвятили время нашему вебинару. Natasha, thank you very much. Спасибо вам большое. Спасибо. Всем хорошего вечера. До свидания. Yeah, many thanks to you too from our participants. До свидания. Bye-bye.